Thank you.
птица. Ой-ой-ой! Что случилось? Я хотела набрать воды в ведерко, а потом появилась она. Веревка! What is it? I just let down to rest when a basket fell on my head. A big shot here. Is it day or night? Она недовольна. Yeah.
это можно. А сейчас слово для поздравления предоставляется директору школы искусств Нагабету Альбертовичу Делиняну. Сегодня у нас праздник, посвященный самым юным нашим воспитанникам, делающим первые шаги в мире искусств, первоклассникам. В этом году их 198. Они пополнили ряды музыкантов, художников, хореографов, театралов и, конечно, учащихся культуры досуга. Я приветствую родителей, учащихся первых классов текущего 47-го учебного года. За эти годы из стен нашей школы вышли более 2600 выпускников, многие из которых посвятили и стали профессиональными музыкантами, художниками, театралами, танцорами, преподавателями, работниками культуры. Бывшие воспитанники школы есть и среди наших преподавателей. За долгие годы работы в школе сформировались определенные традиции, которые поддерживаются и обогащаются из года в год. Одна из них – сегодняшний праздник – посвящение первоклассники. Дорогие первоклассники, впереди у вас будет много рабочих будней и праздников, пока вы дойдете до самого главного – выпускного вечера. Сегодня ваш первый праздник посвящения первоклассники, где вы войдете в страну искусства. И неважно, станете ли вы профессиональными музыкантами, художниками, актерами или танцорами, главное, что вы уже выбрали этот удивительный мир искусства. Мы надеемся, что наша школа станет для вас тем местом, где вы научитесь многому интересному и узнаете много нового, найдете хороших и верных друзей. Верю, что вы будете прилежно учиться, приумножать знания, несмотря ни на что, добиваться высоких творческих результатов. Теперь вы настоящие первоклассники детской школы искусств. Я вас с этим и поздравляю. Это еще не все сюрпризы. Примите поздравления от ребят детской школы искусств. Thank you.
Thank you.